Фишка вылетает! И пиво! Давай, Антоша! Звезды! Вылетите пузды, и вынести сады, и такие тайфуны, все может магия. Это тоже Антон. Есть у меня диплом. Какой? Красный. Только дело в том, что всемогущий маг. Да, да. Лишь на бумаге я. О! А припев? Даром преподаватели. Время со мною тратили, даром со мною мучился самый вкусный маг. Да-да-да, время преподаватели, будь во мне внимательно. Все, что не задавали мне, делая кое-как. Просто какие у тебя чувства? Какие у тебя чувства? Расскажи. Или я первый? Она тоже без чувств. Я, давайте я тогда, может, первый. Хороший. А, нет, просто хорошие это никакие. Это хорошее, ты знаешь, для кого-то, понимаешь, для кого-то арбузная корочка хорошо, а кому-то свиной хрящик хорош. Не сойдет. Вот. Ты что больше любишь? Арбузы или свиную хрящу? Арбуз? Вот. Арбузное настроение. А на самом деле, вот есть, знаешь, радость, какой-то там страх, может быть. Волнение, вдохновение. Вот. Радость. Это хорошо. Спасибо, да? Спасибо. Спасибо, да? Это так, спасибо. Тоже радость, я всех очень рада видеть. У меня такое вдохновение есть. Такое воодушевление. Спасибо. Мариш, твоя очередь. Радость. Спасибо всем, что приехали. Чуть-чуть волнение. Спокойствие внутри. Вот. И чувствую, что все будет хорошо, все получится. Вот. Так что... Спасибо. Антон. Антон. Меня радость. Что вот кто-то приедет и будем делать, может быть, концерт сделать. День Верхнего Романова. Тульской области. Ну нет еще никакой деревни. Сейчас ты что чувствуешь? Радость. Все, еще все. А, ну спасибо, да? Да, да спасибо. Ура. Да. Ура. Спасибо всем, кто пришел. И рад, подождите, рад, что Серега Смирнов сегодня веселый. Ой, я до этого плачу всегда. Спасибо всем, кто пришел сегодня. Рад всех видеть. Еще хотелось бы, конечно, чтобы солнце побольше грело наши сердца. И чувство радости у меня. Спасибо всем. Спасибо. Женя, как ты? Хорошо. Еще не знаю. Все нормально? Все хорошо. Все хорошо. Ну, дай что-то предвкушение чуть хорошего. Скажи. Рисовать будем. Рисовать. Да, ну хорошо. Ой. Да, спасибо. Спасибо, скажи, молодец. Скажи спасибо. Спасибо. У меня чувство тоже радости, рад, что все пришли. Жаль, конечно, не пришла Милана. Ну что ж, может, в следующий раз она придет. Ну зато Таня вот пришла. Лена, вот, еще. И вот Лена, это еще. Лена еще вот ждем, это прекрасно. Паша. Паша наш. Обещаю. Да, и поэтому вдохновение и спасибо. 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 А теперь начнем утреннюю гимнастику. Гимнастика. Утром увлекающая. Супер закаляющая. Это даст. Ну, у тебя есть какой-то? Есть. А у тебя? Ну, давай. Не знаю, что это.
Тату делать на коровах, побеждай зло добро. Он будет еще стричь делать свитера. Нет, не свитера, это работа на меня. Есть там овцы у вас? Которые уже знаете, там есть овцы. Овцы есть, ладно, я тогда жду, сейчас они придут наши, я жду, что делать, и потом я свои так и скопить в конце вставки. Ага. И чай не обнём. Давайте идем. Вот это вчера подарили. Давайте, вот это вчера подарили. Ребят, ну что, мы еще не запашили. Начальник. Давайте это. Да, ралли. Ралли подарил.
Подарил. Все, тянемся. Сейчас, секундочку, я крупничком вздохну. Вот, молодец. О! О, вниз, вниз. Ага. Паша, это выход. Паша, твой выход. Здравствуй, здравствуй. Паша, Паша. Опа. Давайте с вами Паша. Паша сам пришел. И глазками снимают. Да, да. А мужики вот так. Да, а мужики вот так. Да, а мужики вот так. Ага, давайте. Какой прохмол. Да, а я сюда. А я еще вот. Антон, повторяйся. Три. От сердца поклон. Милая дама, отходим. А мы отходим, где вы, милая дама? А где вы так же идете? Да, и тоже так. Здравствуйте. Вот. И вот можно. И сейчас Антон запоет. И композиция. И. Нет, еще рано. Ой, все, сразили на повал. Потом подходим, подходим к даме, берем даму. Так, пусть поменяется Женя. Возьмем вот так, да. Женя, встань вот так на колечко. На колечко. Бери. Антон, встань на колечко. Бери даму. Берем. Так, я... Лена, а я буду смотреть, иди сюда. А я буду встать. На колечко. Вот, смотри. Ну ладно, в окно, вот так. Надо пошире полосеть. Пошире, ну ладно, пошире, да. Пошире, вокруг, да. Вокруг. Давай сюда, стоп. Вот, сходи. Вокруг, да. Во, вот так, вокруг, да. Ходи. Вокруг, давайте. Встали. Два. Теперь берем вот сердце. Пары ведь. Мужчины берут женщин вот так вот. Вот так. Вот так. Поворачиваемся вот так. Так, так. Да, да, да. Так, все. А вот эту руку назад. Так, вот. Кто первый? Мы с тобой будем первый, помню. Да, вот. Да. Да. А, руку да, назад. И вот так. Пошли справа. Раз, два, три. Левая нога. Да. Раз, два, три. Так, повернулись к даме. Наклонились к даме. Опять идем. Раз, два, три. Правая ножка. Правая. Раз, два, три. Левая. Повернулись к даме. Поклонились. Теперь следующее, смотри. А дамы просто стоят? Да, да, просто стоят. Мужчины повернулись. Делаем правую ножку вперед с рукой в ту сторону, к даме. Все, правый шаг. Шаг. Рукой делаем так. Так, сейчас вот так вот показываю. Смотри, показываю. Вот так вот делаем. Шаг. Вот ногой отходим. Встаем. Вот так, раз. Поклонились даме. Так. В другую сторону также, левой. Раз. В другую теперь. Другую. Раз. Также рукой. Восьмерочка. Раз. Поклонились. Теперь дамы то же самое, только в левую. Ну, вот так вот. Дамы. Давай, раз. Вот. Отлично. И опять. И опять повернулись. Идем. А? Ну, это... Раз. Три. Наоборот. Левую ручку. Раз. Два. Три. Раз. Два.
Сережа, Сереж, смотри, немножко на меня разворачивай. Да, тогда давайте разведемся вот так. Я вот так. Садочки все берёмся. Все, давайте эту, как его. Лена, ты там долго, кавалер дождался. Улыбаемся в камеру. Ты прекрасна. Скоро Новый год, ребята! А там уже и Кремль недалеко! Апреля Новый год будет! Да ладно! О! Все! Раз, два, три. Один,
Сереж, выйдите на первый пряд. Первыми идите. Ручеек, ручеек пошел. Подныривай, подныривай под нами. Подныривай. Ah!
чё сидишь? Я это, Ваньку валяю. Чё Филоню? Давай! Не надо Филоню. Вот смотри, что делаешь, Ваня. А ты чего, Марина? Сожги, 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 так, Женя, помнишь, как мы в тот раз его делали? Давай, поехали. Thank you.
пожалуйста. Я мокрый. И даже мокрый. Мок, как это? Мокрый или чего-то там еще. Не, пора. Да, выключи там. Ага. Елена, расскажите нам о сегодняшних занятиях. Что здесь происходит? Репетиция. Разминочки. Разминочки. Релакс. Релакс. Да. Общение. Ребята. Общение. Повтор навыков. Повтор навыков, мастер-классы. И самое главное, подготовка к Кремлю. Да, все вместе. И самое главное, подготовка к Кремлю. Чайник, кто-то еще чего-то. И нужно посмотреть вот на то, что кому подойдет, и вот это вот сделать. Вот ты сейчас сделал как? Еду в электричке. А, наблюдение. Вот. А Антон тоже что-то. Вот так, такое что-то смешное. Антон тем более сам хочет поступить. Антон сам хочет театрально. А все места, я вообще в деревне читаю. Да, и в деревне. А там театр тоже есть. Это место проехать. Театр Романов. Ну, ты правда, там зимой-то холодно. Нет, Лена, сейчас уже. Нет, сейчас я не прошу. Я тебе говорю, что сейчас хорошо, зимой холодно. Так я, Лена, не навсегда еду. Так я же говорю, в театр, ты же вернешься. Наш вернусь. Так я тебя прошу. Ну вот. Вот, и тут ты, когда ты наш вернешься, будешь играть эту самую кусочник.
Вот что Антон может? Давайте придумайте с ним что-нибудь. Самовар может показать. Покажи самовар. Антон, ну Антон умеет вот показывать слона, допустим, да? Покажи. Бабушка, например, вот этот. Танцующего медведя. Да. Хорошо. А давайте придумаем вот это. Вот это будет сплюнка. Давайте. Ну-ка давай, сделай. Давай, вот он делает. Цыпленок, который не хочет быть табаком. Не хочет быть табаком. На самом деле бабушка называть это. Или мистер бабочка. Мы будем называть это цыпленок, который не хочет быть табаком. Антон, давай, делай. Так. Так, отлично. Вот Антон, сейчас еще один. Сейчас пока, давай, покажу давай. Еще один момент. Вот. Сейчас мы покажем. Антон, ложись полностью. Сейчас мы вам покажем. Антон, чуть-чуть голову приподними. И сюда чуть-чуть, ко чуть-чуть. Мне. Ко мне чуть-чуть подвинься, вот так. Вот так. Все. Все. Вот Антон, вот так вот руки держи перед собой. И ножками, сюда. Ножками. Делай вот так вот. Велосипедист! Который да. Во сне. Он даже во сне да. Хочет выиграть кубок. Сонный велосипедист. Все, ребята. Все. Сонный велосипедист. Да. Отлично. А тут есть два номера. Первый да. Цыпленок табака, которого табака. Еще не до конца прибили. Да. Давай. Да. И велосипедист, который... Подожди, это велосипедист. Сначала цыпленок табака. Отсюда же. Отсюда же, с этого лежа. А теперь... Спи. А теперь жук, который не может перевернуться на живот. Руками еще. Руками вверх. Руками вверх. Делай. Да. Жук, который не может перевернуться на живот. И руками вот так. Отлично. Антон, отлично. Вот третий вариант. Антон, отлично. Вот жук. Отлично. Вот жук. Супер три номера. Отлично. Жук, все, который... похлопаем ему. Ура! Ура! Повтори еще раз. Первый цыпленок табака. Показываю. Нет. Да, вот. Да. Раз. Отлично. Только ляг. На сидеть ли? На йоге это сидит. А, извиняюсь. Давай. Так. О. Цыпленок не погружаешь. Трепыхается. Он еще вылупляется из своего этого. Кстати, что же хорошо. Давай, куда ты вылупляешься. Давай. Покрикивай что-нибудь. Отлично. Давай. Еще. Такой милый цыпленок. Давай. А, хорошо. А ножками? А ножками. Все, о, так, поехал. Так, пошел у нас велосипедист. Велосипедист поехал. Во сне спи. Глазки закрой только. Храпи. О, все. Антон, храпи. Храпи, Антон. Храпи и делай. Хр, скажи. Хр. Скажи хр. Как тигр. Скажи хр. Хр, скажи. Отлично. О, да он не умеет храпеть. Ты можешь даже сказать хр просто. Не скажи. Отлично. Все. Супер. Теперь жук, который не может перевернуться со спины. Отлично. Ой, помогите, ребята. Пчела Майя, Майя, помогите. И тут пчелка Майя летит. Лена, давай. Пчелка Майя. Не Таня, Лена. Лена, пчелка Майя летит. Лена, давай, лети. Лети, Лена, пчелка Майя. Она собирала пыльцу. И вдруг видит такую ситуацию. Жук не может перевернуться. Что делать? Проси, Антон, чтобы тебе привернуть. Помоги мне, пожалуйста, пчелка Майя. Так нет, на живот перевернуть, на живот. Она зовет вторую пчелку Майю. Она зовет вторую пчелку Майю. У нее не получается. Лен, ты слушаешь, что режиссер тебе говорит? Вот вторая пчелка Майя. Она зовет вторую пчелку Майю. Пчелка Майя, встаем, летим. Нет, она вот она Таня. Давай. Таня, давай. Лети. Таня, лети, ручкой не делай, как она. Да, пошла, пошли. И Антона. Переворачиваем. Вдруг. О! Перевернули! И потом переворачиваем и массаж. И массаж, да. Не могу, на самом деле. Я ужаюсь. Все, перевернулся. Теперь они его подняли, этого жука. Жука, поднимайте. Или на банкет, а на банкете у нас. И начинаем петь песню. Так, и теперь они с ним танцуют. Так. Давай. И теперь они вместе радуются. Летай. Радуйся, Антон, вокруг себя летай. Хорошо. Летай вокруг себя, летай. Хорошо. Антон, повернитесь на камеру, передайте привет. Антон, что хочешь сказать? Знакомому привет. Что же он хочет сказать? Ты жук. Привет большой знакомому, который мне погает. Подожди, а ты жук, скажи на камеру что-нибудь. Я жук, погает, которым погает все. Ура. Ты жук, который что? Которому все помогает. И как песня о жуках. Который помогает. Иди скажи. Жук, которому
помогаю! Друзья! Ура! Спой песню Жука! И в честь! Спой песню Жука! И в честь! Теперь скажи, вычисли путь звезды. Вычисли путь звезды! И развести сады! И украсить тайфун! Что может магия? Вау! Если у меня диплом! Могучий маг, лишь на бумаге я. Дарам подаватели, время со мною тратили. Дарам со мною мучился, самый вкусный маг. Да-да-да, мудрые преподаватели, слушай мне внимательно. Все, что не задавали мне, делай кое-как. Шах сегодня, мой великий султан. На спинку прямо сделай. Что бы тебе хотелось? Женя, ты тогда скажи так. Говори. Он аватин. Подожди, тихо. Говори. Жень, погромче чуть-чуть. Еще погромче. Отлично. Ручки так, как он подышал. Отлично. У Женя подышал. Кто вокруг? Эти как его? Рабы. Да, эти как его? Да. Лена, давай вокруг Жени. Наложницы. Наложницы. И наложницы напевают. Смотри, тихо. Ах, увы, увы. Женя, смотри на них. Я утратил. Смотри, они тебе нравятся? Да. Женя. Ах, увы, увы, увы. Бойбор, я утратил. А ты сюда, Люда, иди тоже сюда. Идите вдвоем вот здесь. Вот сюда вдвоем. Подождите, давайте перед Женей. Женя. Женя, смотри все-таки на одну и на вторую. Женя, смотри на них. Женя, посмотри, какая тебе больше нравится. Нам надо вызвать в нем определенные чувства восхищения наложницами, а не мамой. Марина, ты должна понравиться своему повелителю. Женя, смотри на женщин. Смотри. Посмотри на них. Женя, смотри на них. Смотри, какие у них фигурки красивые. Хорошая наложница в этот раз. Женя, смотри на них внимательно. О, пахала, да. Маши. Ля-ля-ля. Жень, как тебе? Вот это вот типа лебеди, нормально так, ага, пошла. И напевай. А белый лебедь на пруду качает пахшую. Во-во-во, да-да-да, может там... Листву. Да, листву. Так на том пруду, куда тебя я уведу. Вот он так поет. Что вы хотите? О-о-о, Марина, что? Марина проснулась, решила понравиться своему повелителю. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сережа, а Таня ему как... Таня ему как живот и Таня ему. Таня еще, да. Таня ему. Таня. А Антон будет советник. Антон, ты советник. Иди шепчи что-то султану на ушко. Скажи. Дорогой повелитель, выберите рабыню, выбери. Во-во-во-во-во. О, Антон будет звездочок. Что у нас сегодня со звездами? Все нормально? Танец с наложницей. Вот вперед. Теперь наложница должна... Женя, ты танцуешь танец с наложницей. Ты падишах, она наложница. Она тебе полностью подчиняется. Ты руководи. Она все сделает, что ты хочешь. Принесет тебе покушать. И тебе положит тебя в кроватку. И сделает тебе массаж. И вообще будет слушаться полностью тебя. Руководи ей, Женя. Она, да, вот, говори ей, ты важный. Говори, что ты хочешь, да? Ты важный. Говори, что ей делать надо, если надо. Вот она. Вот. Сереж, ты это, поставь этот номер. Номер? Да. Ну вот ты поди шаг, да, ты стоишь. О, моя
моя самая лучшая наложница. Пойдем, Жень, скажи, пройдем в сад. О, моя самая лучшая. Говори, Жень. Говори. Не, все хорошо. Жень, а ты что, боишься ее вести в сад? Нет, не осторожно. Идем гуляем, птички все. Жук придет. А где жук у нас? Жук вот. Они идут на экскурсию. Да, смотри, жук летает. Давай. Жук летает. Жук говорит. Подожди, Женечка, Жень, ты сейчас не придешь ее смотреть. Антон, а ты давай показывай свои таланты. Они смотрят. Это жук. И жук такой вдруг человеческим голосом. Теперь покажи этого, как называется, вот этого цыпленка. Вы смотрите на его талант. Вы смотрите, да, может он тоже взять его к себе в трубку. Вот, это цыпленок, который табака никак еще не вылупил. Да, вот. Отлично, он не хочет. Не хочет, куда? Цыпленок, он такой молчаливый. Отлично. Теперь велосипедиста. Опа. Поехали. Тут де Франс. Только закрой глаза. Все, во сне. Велосипедист во сне. Не вешать нос. Гарден. Да, опять не называют. Еще кто? Давай, перевернули. Жень, ты показал на ножницы, скажи, понравилось? Да. Так, и ты любуешься цветами, ты хочешь подарить ей цветок. Самый вот красивый. Цветок. Вот и цветок. Понюхайте, понюхай. Понюхайте его. Как он пахнет? Чем пахнет? Жень, понюхай цветок. Какой запах, он благоухает. Вкусно? Хочешь подарить вкусно? Цветок? Хочешь подарить? Да. Подарить. Хочешь? Отда, бери. Вот тебе цветок. Он еще на кухне. Ой, здравствуй. Вот. А теперь? Ну как, еще хочешь? А теперь подари ягодку. Вон с того. Еще хочешь или отдохнуть хочешь, Жень? Да, хочу. Все, пошли малина. Малина будет у нас специалист по танцам. Ты кем хочешь, Марина? Да, предложи несколько вариантов. Так, ладно. Сейчас говорю. Повариха. Первая. Шитье. Продавец. 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 Ёлочка. Как же сразу. Так, давай. Кого будешь продавать, Линя? Продавать будешь цветок. Точно. Вот, она цветок. Продается да. Цветок за миллион. Я понял. Я все понял. Что? Он подарил своей наложнице цветок. А тут есть такая... Маленький цветок. А есть такая, которая ей завидует, но она умеет продавать. И она этот цветок, пока никто не видит, взяла и отнесла. Она независимая маленькая совсем. Значит, смотри, мы не соединяем их. Не соединяем. Вот цветок, кому ты хочешь его продать? Мне. Подожди, кому, Марина, выбери. Вот, Валерий, итак, пошла. Вот вам цветочек. Все. Да, какой подарок. Какой он цвет? А, подарок? Подарок. Подарок. Ну, вот, берите. Он бесплатный? Ну, конечно. Круто. 5000 рублей стоит. Сколько? Спасибо, взяли. Я понял. Она как браслетики. Возьмите вот подарок в честь меня. Да, бесплатно. Да. А потом... Дайте бабу. Сколько раз? Что взяли? 5000 рублей. 5000? Да. Ну, вы же взяли. Дядя, дай мне 5000 рублей. Не вопрос. Смотри, какой красивый цветок за 5000 рублей. Оно стоит подарок. 15000 стоит. Вон, 5000. Во. Пока акция. Час. Еще час и все. Может, ну никак, все. Вот, мой дядя вам даст. Через час будет дано. Все, взяла. Все, спасибо огромное. Рульдовик. Что? Рульдовик. Азовская. Азовская. А, да мне все равно. Ну, давайте долларами, наверное, давайте. Не помешайте. Только, извините, сдачи нету. Ничего, что без сдачи, да? Ну, хорошо. Давай, Валер. Вы меня заинтересовали. Разговаривает, а он умеет петь? Нет. Умеет петь. Но пусть поет. Он
умею петь. Как же ты умеешь? Я просто петь. А танцевать умеешь? Ну, чуть-чуть умею, да. Что в нем особенного? Да, особенно много чего. Шевелится. То есть еще тепленькая. Еще тепленькая, но не холодная. Ну давайте, удивите меня. Вот. Вы же хотите, чтобы я купил? Она плачет, я вижу. Вот, да что ты можешь вообще? И смеяться. И смеяться в ней. Вообще здорово. А что это? Через час. А он может превращаться во что-нибудь? Ну, конечно, все можешь. Рука там. Ты чего? И массаж можешь сделать бесплатный. Чего? Опа, она за меня, без меня меня живет. Да что это? Это покупатель. Так, и какая пока цена? Не верьте, вот она с вами. Цена вообще 15 тысяч, это по акции. 7 тысяч. Да? Да, покупатель. А, еще да, потом. Еще, я тебя за углом видел за 500 рублей. Ну, ладно, покажи. А, хорошо, цветок. 6500. И еще мне жука. 6500. Жука. Вот. Жука еще, да? Да. Он, чтобы он ножками подрыгнул. Во, жук, бонус плюс, ну, ты плюс. Ножками. Ножками. Ох, ты. Ложись. Велосипед есть. Ну, вот туда, Ляна, ладно, вот туда, где был. Он оттуда будет. Ложись. Значит, делай свое. Первое. Цыпленка. Орел. То ваше, то куплю, а если нет, то... Ага. Сейчас не ждем. Во, орел, ваше. Все, ваше. Спасибо. Ну, 7500 вот так, все. Да, все. Спасибо. Ну, ладно, деньги пришли. Какой цветок. У нас приходила... Мерси. Это у кого Таня уже? Сереж, придумай с Таней. С Таней, да? Да. Сейчас. Давай. Так, Таня. А Таня будет... Таня будет у нас ласковый... Ласковый, нежный и не... А, садовник? Да нет, садовник уже был. Садовник? Хорошо. Лен. Садовник? Вот у нее нос. Садовник тогда... Нет, будешь знаешь кем тогда? Ласковой киской. Садовник. А ты будешь и садовник ласковый. И садовник, и ласковый киска. Ты будешь ласковый садовник. Трансформироваться. У тебя, Танечка, у тебя будут три роли. Смотри, берешь так вот, встаешь. Давай. Берешь. Так, смотри, Танюш. Повторяй за мной, Танюш. Повторяй. Как можешь, конечно. Так. Сможешь? Сможешь. Где собаки? Нет собак. Увидел собаку. Мяу! И назад. Давай, вот смотри, вот забор. Давай, вот тут забор. Пролазишь под забор, ныряешь. Мишки. Ну хочешь, я встану забором. Хочешь? Мишки. Что за мишка? Это тот, который с пятой базы? Кошка, мышки. Кошка? Мышка. А че? Мышкой хочешь? Мишка, а не мышка. Мишка, ты хочешь мышкой? Мышка, мишка. Мишка? Ну, Мишка, ладно, давай тоже, Мишка. Мишка родился в пещере, вылазит Мишка из норки. Вот так вот. Где мамка? Где мамка? Мамки нет. Пойду, здесь холодно, там тепло. Пойду, мамки нет. Вот так вот. Давай еще раз. Мишка, смысл упражнения в том, чтобы запустить моторику. Батька, дай лапки, батька нет лапки, пойду назад. Так, давай. Давай, вылезаем, давай. Танюш, сделай вот так вот просто, чуть-чуть под спинкой. Да, да, ну прогибайся. Ручки так сделай. Да, да, чуть-чуть прогнуть. Смотри, вот так. Раз туда прогнись и вверх. Да, да. Потом снова так вот. Стой. Раз туда прогнись и вверх. Полный низгиб. Сейчас еще проще. Раз прогнись и вверх. Как будто вот здесь, смотри, вот здесь такая перегородка. Давай под нее пролазь. Привык. Вот. Раз. Вот. Посмотрела. Вот. Молодец. Еще раз. Еще. Сейчас подожди. Отлично. Похлопайте, Таня. Отлично. И медвежонка увидел ласковый охотник. Идет охотник. Идет охотник. Почему он ласковый? Сейчас объясню. А ты сядь, Таня, чтобы удобнее тебе было. Он идет отстрел бешеных медведей. А охотник так, по своей натуре, он ласковый, если кого-то увидит без присмотра. Ну, ребенка. Да. И а вот это он маленький идет, медвежонок. Идет. Медведь. И раз заглядывает
Так. Значит, в пещеру. Видите разговор с ним? Ты кто? Говори. Ты кто? Говори с ним. Говори. Мишка. Мишка? А ты какой Мишка? Северный, этот, бурый или гризли, или панда? Гризли. Или кто ты? Дай сама говори. Панда, гризли, бурый или северный? Кто ты? Я что-то не люблю. Северный? Значит, ты Умка. Я буду звать тебя Умка. Ло-та-та-да-тай-да, снег идя-на-на-да, что же ты, глупышка, не спишь? Приобними ее. Спят твои соседи, умные медведи. Ты доверилась. Он тебя не хочет убивать. Давай, вот так вот, все, вот так вот, так, раз, оп. Так, и к нему прислали. Ой, Ира. Белые медведи, и скорей, малыш. А хочешь, малыш, молока? А чем же ты питаешься? Кореньями? Ты же вроде медведь, ты должен... Лен, иди сюда, сядь ко мне. Все. Иди сюда, сядь ко мне. Лен, это контрольный уже, знаешь... Чем же ты питаешься? Мишка, чем же ты питаешься? Расскажи, Мишка. Я просто убираюсь, Лена, что уже никто не лезет. Чем же ты питаешься, Мишка? Рыбка? А откуда ты узнал про рыбку? Ты же здесь один. Кто это тебе сказал? Кто? Кто? Никого здесь нет, мы одни. А, или ты? Здесь привидения какие-то, что? Ау-у-у-у! Нет, никого нет, да? Ну... Рыбку. А как ты ее рыбку добываешь? Куда ты ходишь? Где рыбка водится? Где она может быть? Придет еще один охотник. Твой друг. Хорошо. И вы будете спрашивать еще. Давай, Валера. Давай. Валера. Еще один. Ага. Да. Привет, друг. Да. Я нашел. О! Привет, друг. Я убил 1000 медведей. Как твои дела? Я? Ты Он спас. А я от него пытаюсь это. А я, ты знаешь, никого здесь не нашел, да. Да, никого не нашел. Да, никого не нашел. А что там шуршит у тебя? Где? За спиной. Ой! Да это киска! Какая киска? Ну, такая большая, как медведь. Да? Да, но ее нельзя. Новая порода. Новая порода, я выбрал. В красную книгу, да, надо. Так что ее нельзя убивать. Там те 1000 медведей, ладно. Ну, с ним можно поговорить. Да, и все, она говорит. С двух сторон. А можете мне что-нибудь предсказать, что у меня будет? Она может ловить этих мышат? Карасиков. Карасиков? Сядьте, обнимите ее и поговорите. А как она ловит карасиков? Как ты ловишь карасиков? Скажи, как ты ловишь карасиков. А я вот так вот иногда. Вот. Да? А, вот так вот. А, да. Так это ягоды так едят. Или карасиков все-таки. Да? Ягоды? Ягоды? О, а какие? Помогите ей разговориться. А какие ягоды? Как чернику? Малина? Клубника? Черника? Голубику? Черника? Голубика? Черника? Чернику. Любишь? А, потому что она же очень полезна. Для чего, да? Для чего? Для голубика. Голубика? Или голубика? Ну, а что вкуснее? Голубика, черника или малина, или клубника там? Что лучше? Сядьте рядом, Маша. Ну, вот. Вот так вот я присяду. Да. Вот. Танюш, сядь удобно. Да. Сядь, как тебе удобно. Да, Таня, вот так, можешь вот так вот, да, вот так как не сесть. Вот. Так. А цветочки какие? А какие цветочки тебе нравятся? Цветочки. Какие бывают цветочки? Ромашки. Ну не надо было подсказывать. А еще какие? Такие пушистые. А вот такие вот еще цветочки, они такие очень желтые такие вот. Как это называется? Они еще потом летом они становятся такие воздушные, и можно их так сдуть. Что это за цветок? Одуванчик. Правильно! Отлично. Полевой лекарственный. Одуванчик, полевой лекарственный. А что еще вот когда, если вот... у дороги растет, называется такое растение. Слушай, ты ей не загадки, не надо ей лишнего напряжения. Ты помогай ей просто разговориться с вами. Помоги ей просто нормально ответить на простые вопросы. Не надо ей загадывать это лишнее напряжение. Да. И куда вот мне за ягодами нужно идти? Туда? В зеркало? Какое зеркало?
Туда? А там что там? Метро? А там что, да. Метро? Нет, лес? А, лес. А, лес. Обнимите ее пять раз. А в лесу можно заблудиться, если далеко зайти? Нет. Если далеко прям? Можно. Можно далеко, да? А когда заблудишься, нужно звать кого-то на помощь? Как нужно кричать? Ау. Ау. О, здорово. Покричите все. Ау. Ау. И медведи отвечают: пойдем, малыши, нас на завтрак зовут. Вон какая-то кто-то, белочка бежит. Так, хватай ее. Ну-ка, белочка, иди сюда. А ну-ка, иди сюда. Вон, встань туда, четвертый. Вон туда встань. Расскажи, где ты была. Люда, послушай меня. Да. Хотя бы здесь, будь внимательна. Вот к Сереже сядь. А ты к Валере подошла? Ага. Да-да, вот так, так отлично. Все, поговорите с Белочкой тоже. А вот этот медведь, он с ней, может быть, дружит? Ты дружишь с ней, Тань? Вот, хорошо. Так, дальше чего? Давайте обнимать Белочку и эту самую, да. Гладим, да. Да, а что любят медведи больше всего? Спать. О, и посасывать лапу. Ну, что сказать? Ягоды? А вот там, где на деревьях эти вьют эти, как его, гнезда, кто? Да, летают. Опять вот загадки. Серёжа, останови мозги свои, твои загадки. Где то, где это? Просто с ней разговаривай. Ну, без загадок. Просто. Так, и что же любят медведи? Без загадок. Ну, посмотрим. Да. Ягоды. Отлично поддерживайте. Ягоды, отлично. А у них когти чешутся. А когти, да. Черные ягоды? Черные. Черные, это черника. А еще что любят? Сладкий такой, полезный. Мед. 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 Кушай мед. Подождите. Так, тихо, я встану. Сейчас, а кто, что нашли медведи? Нашли что? Сладкое. Что Таня, мёд. А теперь покушайте потихонечку мёд. Покушайте. А теперь быстрее его кушайте. А я быстрее. Пришёл или так? Скорее. Я отгоню от Танюши. Давай. Спасайте Таню. Танюш, спасай. Спасай. Мёд, спасай белку. Спасай. Всё, отлично. Ещё мёд. Маленькие. Так, а теперь пробежала кто еще на мед претендует обычно? Пчелка? А, пчелка. Давайте. Не, укуси лучше меня. Вы должны ее прогнать и съесть мед. А уйди, это наша добыча. Отдай. На, ешь, это наша медвежонка. Таню защищайте, чтобы она доела, а наш медведь ему все меда надо. Не дадим. Давайте скорее, защищайте Таню. Нет. Пчелка, нападай на Валеру. Валера, держи гранату. Пчелка, нападай на Сережу. Эй, слушай, не подходи. Давай, слушай, кусай. Пчелка, нападай на белку. На белку. Там не трогай пока. На белку. Белка. Все, мы в доме, все. Круто. Молодцы. Да. Вообще супер! Все, Таня, обнимите всех! Таня, поздравляю, ты прошла кастинг. Отлично. Молодцы, супер, сфотографируйте кто-нибудь. Ну и пчелка, Маринка, меня сфотографируй их. Сегодня, я тебя сфотографирую их. Вообще просто. Подожди, вообще круто. Саю очень круто. Так, сейчас. Ну-ка, все вместе жаль встаньте. Красного нет цвета. Все вместе встаньте. Давай. Нет, можно встанем, дети, встаньте. Подальше? Давай. Вместе. А я вот с этой стороны тогда. Так, это вот так, ко мне повернитесь. Ой, здорово. Сядьте вот так вот все. Как вы были. Круто вообще. Молодцы. Мне вот так ручки сделать. Здорово.
Здорово, вообще, ребята, круто. И Женя, так, а теперь говорит. У нас мы начинаем. Так, здорово, тебе понравилось? Мне. Поделись чувствами. Мне да. Поделись. Понравилось, да? Здорово было, классно. Это правда, это впечатляло вообще. Теперь Женя у нас. Так, я буду говорить, кто, а вы будете делать. Так, Женя у нас рыба. Рыба? Она лежит в воде. Женя, лежи в воде, плавай. И мы окуньки. Да. А я водолаз. Хорошо, приходит водолаз и хочет забрать эту рыбу. А это друг рыбы, вот это. Окунь. Он не дает эту рыбу, потому что это рыба раненая. Ей надо выздороветь. О, раненая рыба? Да. Да. Возьму-ка я свой волшебный нож и отпилю ей да. хвост. Так. А, где мой нож? Где мой нож? Возьму-ка я свой волшебный бензопил. Мой волшебный бензопил оттяпает. Что такое? Кто? Поломали бензопилу. Что такое? Что такое? Ну хотя бы на худой конец снимусь. Что такое? Что такое? Тогда я заверну фольгу и сделаю копченую рыбу. Хочу плыть. А-а-а, у меня седлали. А-а-а, я погибаю, тону. Меня придавила рыба. Всегда играл в такие игры. Будешь играть? Будешь со мной играть? Первое желание. Так, все, обнимай его, скажи, буду играть. Такое желание. Я хочу, чтобы ты со мной танцевал. Все, танцуйте, вставайте. Танцуй. Вставайте, второе желание. Снимите его. Отлично. Хорошо, танцуйте. Чтобы ты со мной спел. Давайте. Давай. Встаньте вот туда, вот сюда прям встаньте вдвоем, вот сюда. Давай. Вот сюда. Женечка, вот сюда, садись. Садимся. Садись. И давайте обнимитесь. Давай. И ты, Валер, тоже его обними. Кстати, это очень важно, чтобы вы обнимались. И поем. И теперь пойте. Мы все люди, и мы давай, из одной давай. Все глины. Мы все люди, Жень, и пой. Ты. Не прячься за спины, мы все люди, и мы несем мир свет, мы все люди, и мы не звери, нет, 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 нет. Теперь смотри, Жень, а теперь. Спой, вот помнишь, Никола Коджи песню какой был? Я люблю жизнь, пусть он сам споет, только ему помогайте. Жизнь любит меня, не будет дружбы дана. Да не с любящие огня, наши сердца как одно. Теперь вместе. Отлично! Вот это вот, Жень, теперь смотри, паузу сделаем и еще раз это же спой, только чуть-чуть громче, чуть-чуть. Давай. Может, поближе? Нормально, давай, не руководите.
Давай, Жень. Я люблю жизнь, а жизнь круто? Любит меня. Я дружбы дано, танец любви горячее огня. Наши сердца как одно. Так, отлично. Теперь третий раз. Теперь еще громче, чем было. Да, прям. Прям откроем. Только обнимите. Подождите, вздохните. Обнимите, сядьте нормально. Сядьте просто нормально. Как просто. Не на корточки, чтобы ты хорошо себя чувствовал. Да. Все, вот так, все, а теперь обнимаем. Я обнимашечки делаю. Так, обнимаем Женьку. Так, все, в одной команде. Все, да. Теперь Жень громко. Сейчас, сейчас, сейчас. Я люблю. Подождите, Жень. Человек поет. Давай, Подождите, Жень. Вот сюда сядьте в таком же виде, в каком вы сидите. Давайте. Так, и вот эти вот, эти уже мы, ты уже не пчелка, ты уже не мишка, иди сюда. Поэтому мычать, кричать, бурчать, уже торчать, наскучило. Мы ничего не делаем, все, сидим спокойно. Так, и сейчас я буду учить телефон. Присоединяйся. Антон, Антон, не грусти. Сзади пошли. Антон, не грусти. Женечка, сейчас мы с тобой будем петь эту песенку. Я тебе специально трогаю, чтобы тебе приятно было. Расслабься. Вот так. Хорошо тебе? Угу. О, видишь? Это ты, как я тоже наложник. А еще для пальцев хорошо делать. Массаж. Да, вот так. Вот хорошо. Так, смотри. Так. Все, присаживайся. Давай. Все, поем. Все, поем. Давай. Так, все, дружно. Еще один. Присядь. Я люблю жизнь, а жизнь любит меня. Небо для дружбы дано. Танец любви, горящая огня, наши сердца как одно. Все вместе. Ну как можем. И последний раз, третий или четвертый, Жень, как можно громче это же. Женя, громко, а все остальные потом потише, чтобы у нас большого перепада по звуку не было. Антон, присаживайся ближе. Давай. Ближе. Ко мне присядь, ко мне. Там сейчас просто я делаю так очень чувствительный микрофон, чтобы потом не фонило. Ага, да. Все, давай. Давай, Женя, громко. Громко-громко. 3, 4. Я люблю жизнь, а жизнь любит меня. Небо для дружбы дано. Да не с любви горящее огня. Наши сердца как одно. Теперь тихо. И третий раз. И последний раз. И еще раз, Жень. Я люблю жизнь, а жизнь любит меня. Небо для дружбы дано. Танец любви горящее огня. Наши сердца как одно. Отлично. Вообще супер, Жень! Я занял. Прям молодец. Вообще супер. Да? Кто у нас остался? Маринка. Где она? Куда опять она? Опять продавать чего-то побежала. Будешь потом мы. Чтобы ты как вот здесь, давай. Громче. Громче. Хорошо. Не важно, музыки нет. Давай, Татьо. Темная ночь, капули висят по себе, только ветер гудит в проводах. Что-то мерцает. Тихо звезды мерцают. Все отлично. Танюш, еще раз давай. Темная ночь, только капули висят по себе. Только ветер гудит в проводах. Только спой, они говорят. То, что я один мерцают. Не ждешь, и в детской проводке не спишь. И поэтому знаю, ничего не случится. Отлично. Все, похлопайте. Это начало. Молодец. Выбрала песню себе, будешь ее тренировать. Да. Все. Можете говорить дальше. Нам было важно, чтобы мы выбрали ее. Это ей нравится. Нравится тебе, Тань? Все, она нравится нам.
все. Песенка будет твоя. Марина. Угу. Приготовься. Марина, что ты хочешь сказать всему-всему миру? Вот у тебя берет интервью самый главный корреспондент, который занял первое место. Чего? BBC. Ну, даже больше, чем BBC, там, ACC какой-нибудь. Давай, вот этот корреспондент берет и говорит, что вы хотите сказать этому миру, Марина? Давай, сейчас тебе прям дадут корреспондента. Корреспондент, подойдите, пожалуйста, к Марине. Здравствуйте, я хочу, чтобы все было хорошо, чтобы все получилось по поводу проекта, по поводу Кремля, чтобы собрали денег, даже больше, даже где-то 3-4 миллиона. Вот, чтобы куда-нибудь еще ездили, там, допустим, на отдых, чтобы никто не болел, чтобы у всех все было хорошо. А этому миру что ты хочешь сказать? Вот всему миру. Вот тебя слушают миллионы людей. Что ты им хочешь сказать? Успехов, здоровья. Побеждайте зло добром. Снято. Пойду побеждать. Хорошо, классно. Ты чё, вообще мы так рады к вам вернуться. Мы это делаем с Кремлем подготовку. Ну, разминки там, то все. Мы перенесли это на год, чтобы всех друзей, которые хотели к нам, а мы по времени их не могли включить, чтобы мы их не растеряли, а могли включить, и чтобы собраться как можно больше командой, и чтобы потом пойти в Кремль и сделать центр глина. Еще придумали делать даже такое движение, мы все из одной глины, куда все-все соберемся вместе, чтобы мы могли быть не разрозненными, а вот всех-всех собрать. И туда вот и Лейлу нашу Владимировну, и всех-всех. Называется движение. И там можно много-много всего хорошего, полезного в этих движениях заделывать. Да, да, ты что? Мы могли бы выпуститься, но понимаешь, мы бы выпустились, и на этом бы все закончилось. То есть получилось бы, что люди, которые к нам стремились, нам для того только, чтобы встретиться с ними, нужно 2 месяца. Это чтобы каждый день я с ними встречалась, разговаривала. А иначе мы им должны сказать, извините, нам некогда, мы не можем. То есть, ну все. Вот. А тут на тебе вот такая возможность, и классно. И все обрадовались, потому что и репетиции больше, и того и всего. Хорошо. Все, сейчас чай будем пить. Хорошо, отдыхайте. Ты мне так ударишь, моя сладкая, какая красивая. Ты, может, давно надеялась? О, смотри, со светой. Нас видишь. Со светой. Смотри, раз. Обалдеть, какая красота. Просто чудо какое-то. И шоколад еще ударишь. Сейчас все будем кушать, и все вместе. Вот, а нам чай. Вообще, его бы побольше, было вообще круто. Ну и так много, кстати. А как она делает? А вот сейчас вот Лена покажет. Вот сейчас мы берем каждый по кругу берем случайная штучку. Случайная карта нашли. Да. И вот. Потом каждый берет карточку. И Витя любит играть очень. Пазлы. Пазлы, да. Собрать, что ли? Да. И получается вот так вот карта местности. Антоша присоединился. Вот Витя это любит. Города. Татья, Лена, скоро Витя. Скоро Витя приезжает наш. Так. Витя приезжает наш. Ура! Лена сказала. Да, ты с собой возьмешь Романова? Дорога. Я бы Лену с собой взял, Дениса бы собственно взял бы. Да? Серёжа Панова на проект. Дорогу построить. Так, давайте. А тут включайте. В хаотичности можно строить? Нет, тут по очереди, по идее, надо брать их класс. Да. А давайте. Потом из этого составлять? По очереди. Достается карта. По очереди. Дорога. Давайте попробуем, наверное, как получится. Конечно. Да. Давайте. Давайте как-то попробуем. Кто первый? Давай, первый начинай. Да. Вот, начинай ты, потом я, потом остальные. Дороги мои, дороги. Заявление.
Какое? Ну что, на меня? Нет. Ну не надо. Кстати, Лена, я же Лена видел, человек видел, да та же видел Лена. Играйте, ребята, играйте. Я уж сколько раз играл. Любую даму тоже. Конечно. Сережа, как ты играешь? Подожди, а Таня? А чего Таня пропустила? Таня, давай, Танечка, бери. Я не поняла. Просто у нас Лена. Да. Лена не понимает, а вот Таня. А, Паша, Паша, молодец, ты смотри. Ручеек это или тропинка? Тропинка. Тропинка, это дорожка. А. Давай, Лен. Ага. Мария, найди, положи карточку. Нет, надо... Тропинка к сундуку с сокровищами. Да, 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 да. Так, давай, бери. Такая вот интересная. Мои... Мои ноги тут трудно не видят. Что там, застрял? Ну, возьми другую. О, отлично. Раз. Она об этом не знает. А что, получается? Говорит, роли. Здесь город. Хороший. Роли. Так, давай, Танюша. Куда она? Лена, конечно, что Лена Форошева? Типа, ты разведурова, Лена, найти. Какой-нибудь театр имел, когда роль дала? Нет. Типа, ты разведуровой. Угу. Встретиться с ней, там дала какую-то роль. Давай, кто хочет? Давайте послушаем Антона, перерыв сделаем, он хочет поговорить. Давай. Давайте. Давай. Встретиться с ней, какую-то роль. Или Жень, подожди, роль. Давай послушаем Антона. Я действительно думаю об этом сейчас. Давай, что ты? Так. Только найти режиссер, там какой-то роль, да, какой-нибудь театр хорошим, какой-нибудь хорошую, добрую роль. Так. Что думаю об этом? Это твоя мечта? Еще, Лена, если бы нашли бы определение на Роттером, что мне какое-нибудь путешествие меня какое-нибудь взяли бы интересное. Хотя бы в июле. Куда бы взяли? Какое-нибудь путешествие, Лена, какое-нибудь. То есть твоя мечта какая еще раз? Чтобы первое найти театр. Да. И в театре играть. Да. Что? Какой-то роли хорошие. Хорошие, добрые. Да. Да? Это первая мечта твоя. Да. Найти театр и роль хорошую. Да. А второй, чтобы тебя куда взяли... Куда-нибудь в июле, в июле. Взяли бы тебя хотя бы в небольшое путешествие. Да. Да? Крым, в Крыму. Все. Хотя бы Крым. Есть, хотя бы в Крым. Театр есть в Феодосии. Поняла. Есть. Все. Хорошо. То есть у Антона две мечты. Да. Все поняли, какие? Да. Вот давайте за Антона прям попросим. Господи, дай нам исполнение этой мечты, чтобы у Антона была какая-то добрая роль в хорошем театре, и для Антона была бы она важная. Возьми его ручку. Возьми. Для Антона была бы, Мариша, возьми ручку. Для Антона была бы эта роль очень добрая и нравилась бы ему. А второе, это чтобы он попал в какой-то в июле. Хотя бы в июле, в после июле, деревни. После деревни, в какое-нибудь хотя бы небольшое, но интересное. Что, Женя, он хочет? Путешествие? Антон хочет куда? Ну, я не знаю. Ну, типа, я слышал, в Сочи была. Он хочет путешествия, а еще хочет в театр, да? Ну, да, повтори. Антон. Антон хочет путешествия. И? В театр. В театр. Да, все. И за это мы просим, Господи, просим тебя, помоги. Все. Или в Крыму хотя бы, Лена, или в Крым хотя бы. Вот это, что в театре. Неправильно. Жень, проверяй, Жень. Женя молодец, Женя знает. Женя вот знает. О, молодцы. О, отлично. Так, куда сосу? Нет. Это трудно. Трудно, Валер. Трудно. Валера. Валера не знает. Так. Так.
Выкрутился. О чем они? Был сковор? Мама Вада. Думали что-нибудь, говорили смотри, про белый мне не уделяется времени. В белом ресторане? А мы подходили да, к мужчине. Мы подходили, он сказал, он говорит, что позвонит, взял номера, что он с главным свяжется. Так, а кто этот мужчина был? Я не знаю, он не представился. Он ротарианец? Нет, я просто подошел к официантам, говорю, кто у вас здесь главный? Он администратор был. Да, он говорит, вот здесь вот сейчас. У вас есть телефон? Ребята, пошли пить чай, у нас печеньки. Ребятки. Ребят, пошли пить чай, у нас печенье. Отдайте мне. Визитки, прячет. Так, что тут происходит? Так, кто тут? Без телефона, надо оплатить связь. Зачем? Какую связь? Что за секрет? Секрет в фирме. Я сама себя. Да? А ты делаешь? Делаю. Да. Все. Да. Женщина стала. Пробыла? Аплодисменты вам, ребят, молодцы, прям супер. Так, вот здесь, между прочим, есть шоколад еще. Шоколад. Да. Я судья. Так, мяч переходит в следующую команду. Коля же был на ярмарке. Валера, давай покормим нашего попугайчика. Не, вот. Смотрите, он кушает. Палец откусил мне. Так он мне откусил вчера. Попугаи не такие. Я буду на радуге. Буду. Ой. Да. Дом-то я сижу, с Леной сижу, с Денисом. Само же женщины. Милона тебе, прям сама же женщина. Так, возьмите эти. Нет, чай пью. Спасибо. Да. Все. Сейчас два чая дадим. А Леона да. Сладкая жизнь. Да, дома. Я боюсь тебе. Нет. Я думаю, я там лапку. Спасибо. Я надеюсь, ты... Даже своим одной кое-что там... Сейчас Маринка, потом ты. Спасибо всем, что приехали. Намного лучше. Спасибо. А что лучше? Лучше себя чувствует. Да? Ты лучше чувствуешь? Молока, мурча, пожалуйста. Чай даем, берем. Ребят, Жень, почесал носик? Ага. И что теперь скажешь? Давай, чувствами делись. Радость вообще. Ой, спасибо. Какое? Радость. Радость? Угу. Еще какое? Еще? Да. Еще не знаю. А вдохновения нету? Вдохновение есть. Тогда называй. Рисовать. Угу. Хорошо. Значит, вдохновение, да? Да? Да. Хорошо. Давай, туши. Нет, вы всегда, когда прекрасная женщина, радость. Ты сейчас говоришь только чувства. Ты не говоришь планы, что ты уезжаешь в это. Это все уже поняли. Радость. Ага. Еще что? Когда ну, настроение немного мне испортили, они люди в четверг. Подожди, здесь и сейчас. Сейчас нормальное. Самое приятное настроение. Хорошее? Основное кругу коллектива, любимого коллектива. Хорошо, ты любимец коллектива, да. И сейчас настроение у тебя как у любимец коллектива? Такое яркое. Яркое. Хорошее? Да. Все, отлично. Все, да, или еще есть что-то? Ну, да, есть, я молодец. Братан, не поняла, а у тебя какое настроение? Приятное.
Если все, говори спасибо. Все, вы правы, Лена. Говори спасибо. Все. Нет, надо сказать спасибо. Все, Лен, вы правы, Лена, все. Слушай, не издевайся надо мной, скажи спасибо. Спасибо. Все, следующий. Хорошее настроение. Мы чувствуем дело. Хорошее настроение, еще просто. Еще что? Все? Все, спасибо. Ага. Я давно не была рада всех видеть. Рада, что Таня пришла наконец. Чувство хорошее. Везде не хочется творить, что-то делать, куда-то бежать, что-то организовать. Такие чувства, спасибо. Там тоже у меня вдохновение есть, но немножко усталость. Очень много всего было. Вот. Ну, хорошее настроение, спасибо. Я очень рада, что сегодня пришла. Да, действительно, это поднятие настроения. Тех, кого хотела увидеть, увидела. Ребята, вы большие молодцы. Вот. Все супер, все классно. Заряд на целый день. Идем работать. Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас. Это программа «В доме танцев». И мои чувства возвышенные, прекрасные. Спасибо всем. Наконец-то увидел Таню. Вот. Поэтому вдохновение у меня, друзья. И вам желаю того же. Спасибо вам. Давай дубль два. А, не сня... это просто... Ну, давай еще раз. Еще раз. Я фокус плавлю. Вот стой, еще раз. Подожди. Закройся. А? Я скажу, когда. Мне нужно фокус поймать. Не-не-не, не на. Так, открылись. Первый. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас в Доме танца. Сегодня такое все позитивное, прекрасное. Настроение у меня радостное, лучезарное. Сегодня увидел вновь Таня. Таня давно вот ее не было. И мы с ней поиграли даже. Вот, потанцевали, попели. Все очень замечательно. И вдохновение, друзья. Весна, вдохновение. Вам желаю того же. Прекрасно. Всем спасибо. Вот видите, мне даже уже подают чай. Спасибо вам всем. Спасибо. И спасибо, да. И чувство сытости. И чувство сытости. Спасибо. А ты смотри, а. Добро пожаловать. Welcome, как говорят у них. Здравствуйте всем. Я рад всех видеть. Сегодня был потрясающий день. Насыщенный день, много всего, танцы, песни, гимнастика, разминка, в общем, солнце, любви, и побеждайте зло добром. Спасибо. Победили! Спасибо большое, спасибо, очень приятно. У меня чувство радости, благодарности всем, дружбы и тепла. Все. Ура! А мне никто печенюшку не дал. Так называется только... Класс! Пока попросить. Спасибо, так классно. Все добрые такие. Ну, так психологически, знаешь, как круто? Поднимаю. Как прям вообще, как будто все тебе что-то там несут. Это вообще супер. Слушайте, а сделайте еще раз так мне. Вот никто мне ничего не дал, никто мне ничего не дал, и не дал мне никто ничего, никто. Вау, сколько всего. Класс. Слушай, правда, вот вроде как играешь, да, а вообще это серьезно очень действует. Да. Нужно всем там. Да. Давайте Лене все, давайте Лене все дадим сначала. Вот давайте. Лена, на. Никто ничего не дал. Да, уже. На, возьмите. На. Как отсеть? Последний отсеск. Сыпь на нее сахар. Сахар. Лен, как? Скажи, круто, да? Давайте следующий. Мне, мне. Давайте, давайте ей. Заберите все вот это вот. Все, заберите. Быстрее, быстрее ешь, Валер. А, быстрее, быстрее. Подожди. Давайте сейчас Лене. Мне да. Что-то никто ничего не дал. Подождите, подождите. Это будем Лене давать. Антон. Наличники все такие. Да, мы даем, даем тебе. Пошли. Мы даем, даем, даем. На. Классно. На, на, на. На, возьми, на. На, как отец. Лена, ну ты тоже пиши. Все, чай не могу. Ты не принимаешь, ты нагреешь. Нет, тебе так не будет. Давай, ты же не смотришь. Тебе вон сундук оставили, там он полный.
Да, у тебя целый сундук там. Спасибо. Мит, вот мит, ты на себя выступаешь. Спасибо. Ага. Давайте Танечке. Таня. Таня, говори, мне ничего не дал. Ничего не дал. О, давайте Тане, Тане. Давайте, Таня, Таня. Давайте все. Таня, все. Вот тебе для меда. Баскин Робинс тебе. Возьми, нет, это я не дам. Лена, Лена, приятно? Нет. Скажи. Приятно. Класс. Так, сейчас с Антоном будем это делать. Где Антон? Тебе надо. Скажи, мне никто ничего не дал. Мне уже дали, спасибо. Ну скажи, мне не дали. Мне уже дали все. Сам же друг. Сам приятный коллега. Ладно. Жень, подожди, скажи. Жень, скажи, мне никто ничего не дал. Скажи. Сейчас нальем кипяточку. Погладьте Пашу всех. Дайте Пашу. Паша, молодец, хорошо кашу с утра. Хорошо кашу с утра кушает, молодец. Да. Ну как? Хорошо? Вот видите, как важно, правда? Сколько всего? Ух ты, Паша. На глазах прям. Кто еще хочет, чтобы мы что-то там все дали? Кто хочет? Валера хочет. Нет, Серега. Лена, скажи, в чем смысл этого упражнения? Вот сейчас проделали такую игру. Да. Да? В чем, какое ощущение эта игра дает? В какой-то эмпатии такой. В том, что эмпатия – это умение сопереживать, сочувствовать. То есть для тех, кто дает, это важно научиться отдавать. А для тех, кто не умеет просить помощи, он увидит, как у него вырастает внутри такое… Он же не участвовал. Вот сейчас попробуй. А внутри у человека возникает чувство признательности, благодарности, там сменяется грусть на радость, потому что он получает и видит, сколько людей ему помогают. Ну, то есть это действие для всех. Давай. Для всех. Мы сейчас уже снимаем, угостили как раз. Мы сейчас снимаем, поэтому он хочет сейчас, чтобы мы сняли, Маринка снимает, чтобы я объяснила, в чем дело, чтобы не прерываться. Ну, вот так. Что это важно для... Это мое? Как? Да, но это мы можем потом. Алло, да? Включила, выключила. Алло. Вот так. Но он загорелся? Люда? Это правда, что синим загорелся? Да. Кто еще не участвовал? Только ты и все. Все остальные участвовали? Я тоже участвовал. Я сначала угостился. Спасибо. Марина. Мне было очень приятно. Марина, ты участвовала? Спасибо. Мы не снимали. Она снимала. Она не участвовала. Ей дали. Ей дали самое интересное. Вот смотри, препятствие, да? Мы его преодолеваем, подходим ближе, и уже не мешает стол. Смотри, как он нам появился. Да, я сейчас помогу первый. Скажите девушка. Что-нибудь. Расскажите, как вам нравится на этом рабочем месте? Я стесняюсь. Ну, укроп. Как вас зовут? Кристина. Как давно вы здесь работаете? С первого раза. Ну и... Уже седьмой год. Ощущения? Как было? Сегодня у нас была такая интересная группа, ребята приходят, все пообщаются хотят. Да, мы с прошлого года знаем, поэтому всегда очень рады. Всегда рады пообщаться, как приходят. Снова приглашаете, да? Переходи дальше. Так, давайте еще раз послушаем, что мы выговорим, очень перед нами.
Знаете, думаю, еще, если вы встретитесь с Орлиной, которая болит рапой, я бы хотела с ней петь, Лена, если возможно. То есть ты хотел бы спеть с этой девочкой, с Олей, да, которая болит раком, да, чтобы с ней спеть песню? Да. Да. Услышали все? Да. Да, я... Повторите, что хочет Антон? Спеть с девочкой, которая болеет раком. А ты что услышал? Антон хочет спеть с девочкой, которая болеет раком. Жень, ты что услышал? Привет, циклоп. Ты понял, что мы тебя услышали? Да. Тебе надо еще раз это повторять? Потому что все услышали, да? Да, что Антон хочет? Ты здесь, как болит. Птичка карта пролетала. Путешествие. Антон хочет сыграть в театре. И с девочкой. Антона много планов. Это где было? Это? Спасибо, это мое. Это мое было бы, но не мое. Серёж, я мусор. А? Давай. Так, съемка на сегодня заканчивается. Счастливо. С тобой, Жень, Сочи. Алина, супероператор. Это мы тоже сюда занесем. Молодец. А. Да? Кстати, да, какая сидит там. Кто-то да, Лена тебе подела. Лена, на тайме писала, что Лена, по-моему, это Рома. Да, нет, мы показывали. Когда к нему подходили, к этому дому. Давай. Спасибо Дому танцев. И Лелия Дамян, да. И вот... Лейла Владимировна, спасибо. Да, и вас как всему обслуживающему персоналу. Гули, Гули, и Кристине, спасибо. Спасибо. И Кристине, спасибо. Кристине, спасибо. За, за гостеприимство и за теплое радушие, да, ваше. Спасибо. Мы пошли, пока. Все, мы пошли, до свидания. До свидания. Мы пошли.